Всем еще раз доброе утро. Меня зовут Татьяна Бодинтон, и сегодня мы с вами сделаем практику наполнения безусловной любовью Творца и своего тела, и своего пространства, и пространства вашего офиса, вашего бизнеса, пространства вашего дома, окружения. И перед началом практики я предлагаю прямо сейчас присесть комфортно. Руки-ноги не перекрещиваем, спина прямая. Призовите, пожалуйста, ваше божественное присутствие. Я есть присутствие. Призовите ваше высшее Я, вашу группу поддержки и направления в этом воплощении. Призовите ваших ангел-хранителей, наставников и вознесенных мастеров, с кем у вас есть тесная и сильная связь. И давайте почувствуем наше тело. Почувствуйте и расслабьте стопы ног. Почувствуйте и расслабьте икры. Почувствуйте и расслабьте колени, бедра, живот, грудь. Почувствуйте и расслабьте спину, плечи, руки, шею и голову. Почувствуйте и расслабьте лицо, кожу, мышцы. Почувствуйте и расслабьте каждую клетку тела, каждую фибру души. Почувствуйте и расслабьте все ваше тело. Мы работаем со знанием фокуса внимания. Прямо сейчас фокус внимания в центре груди. И мы из центра груди опускаемся через стопы ног. Идем ниже, 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 в самый-самый центр Земли, в самое ядро Земли. Прямо сейчас сознанием каждый из нас в ядре Земли. В ядре Земли мы закручиваем энергию кундалини Земли по часовой стрелке в огромный шар, огромную сферу, и поднимаем этот шар, сферу, выше, 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 к поверхности Земли, через стопы ног, через все тело, через каждую из чакр, мощно раскручивая, балансируя, исцеляя, активируя потенциал каждой чакры. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая коронная чакра и огромная сфера энергии прямо сейчас у каждого из нас над головой, и ваше сознание, фантом вашего тела, находится внутри этой сферы энергии, внутри безопасного пространства, и мы сознанием начинаем поднимать сферу вверх, выше, выше, выше к звездам, выходим в открытый космос, поднимаемся быстро, очень вверх, вверх, выше, 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 про себя можно проговаривать вверх, вверх, выше, 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 и с каждым вдохом и выдохом, с каждым словом вверх, вверх, выше, 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 мы погружаемся еще более глубокое тета, еще более глубокое дельта, и поднимаемся выше, 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 выходим за пределы Вселенной, проходим пятый план бытия, пространство ярких вспышек и ярких огней, пространство тусклого света, затем еще более яркого белого света, поднимаемся еще выше, вверх, вверх, выше, 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 проходим огромное множество пластов яркого белого света, проходим пространство золотого света, сознание вознесенных мастеров и проникаем в нашу стопу бытия, в плотную желеобразную субстанцию радужных цветов. Вы можете видеть цвета, можете видеть формы, а можете просто ощущать, знать, как мы пролетаем прямо сейчас в плотную желеобразную субстанцию шестой полбытия. Проходим мимо темно-синего цвета закона магнетизма и проникаем в генно-розовую субстанцию, закон сострадания и милосердия, и идем выше, выше, выше. И перед каждым из нас окно, дверь на седьмой полбытия. Входим в окно и ощущаем, как сфера энергии растворяется и летим выше, 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 еще выше. И каждая клеточка тела начинает сливаться с перламутровыми жемчужными энергиями Творца Всего Сущего, и мы поднимаемся выше, 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 еще выше. Видим, чувствуем, знаем, как тело расширяется до вечности, бесконечности. Это возможно и безопасно для каждого из нас, тотально сливаясь со всем, что есть,
И мы поднимаемся выше, 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 еще выше, вверх, вверх, выше, 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 еще более глубокая тета, еще более глубокая дельта, вечность, бесконечность, безграничное бытие, сознание, блаженство, единое на всех, сердце, поле нулевой точки, великая пустота, звенящая тишина, пространство безусловной любви. И с вашего согласия, побудьте в этом пространстве, я сделаю повеление твоей сосущей, повелеваю наполнить пространство каждого из нас, кто присутствует на этой встрече, и тех, кто будет слушать ее в записи, безграничным потоком безусловной любви, наполнить каждую клеточку тела, каждую систему, каждый орган, каждую фибру души, наполнить пространство каждого из нас, наполнить пространство дома, офиса, бизнеса, места, где вы трудитесь, ваших родных, близких, друзей, знакомых и всех тех, кто нуждается в безусловной любви, в поддержке прямо сейчас. И повелеваю, чтобы это послужило для наилучшего, наивысшего блага каждого из нас и всех, всего, что есть. Благодарю. Свершилось, свершилось, свершилось. Творец, покажи мне. И мы все вместе, и каждый из нас прямо сейчас погружаемся мгновенно в свое пространство через коронный центр в область груди и говорим: «Творец, покажи мне». И наблюдаем, как мое повеление вместе с сознанием Творца передается вашему подсознанию для исполнения. И прямо сейчас вы можете максимально раскрыться, чтобы получить, принять безусловную любовь Творца в тело, в пространство. И с вашего согласия, с повеления, чтобы Творец в случае прямо сейчас научил каждого из нас принимать любовь Творца. Я знаю, как это чувствуется. Я знаю, что это значит поистине Творца, принимать любовь Творца для исцеления, ощущать это и оставаться в благодарности. Творец, покажи мне, если согласны, говорите просто «да». И увидите, как мощный поток, безмерный поток перламутровых жемчужных энергий через коронный центр наполняет все ваше пространство. И давайте для того, чтобы каждый из нас почувствовал это еще с большей силой, мы с вами раскроем измерения, и пока мы будем их раскрывать, вы видите, как безусловно любовь наполняет еще большим потоком и ваше тело, и ваши клеточки, и ваши фибры души, и ваши органы, системы, и ваше пространство, и ваш город, и ваш бизнес, и ваше место, где вы трудитесь, и ваших родных, близким. Одним словом, многомерный такой охват, и мы видим, как все абсолютно, что мы сделали запрос, наполняется прямо сейчас мощным-мощным потоком безусловной любви. С благодарностью принимаем это, и так про себя проговариваем измерения и настраиваемся на эти мерности, и еще в большей степени, еще в большей мере принимаем безусловную любовь Творца. Шестое измерение. Седьмое измерение. Восьмое измерение. Девятое измерение. Десятое измерение. Одиннадцатое измерение. Двенадцатое измерение. Тринадцатое измерение. Четырнадцатое измерение. Пятнадцатое измерение. Шестнадцатое измерение. Семнадцатое измерение. Восемнадцатое измерение. Девятнадцатое измерение. Двадцатое измерение.
21 измерение. 22 измерение. Вход в солнечную Шамбалу и безграничное бытие, сознание блаженства, безграничное пространство, безусловной любви. И еще в большей степени мы видим, как любовь проникает в наше пространство и смещаем фокус внимания. Первый центр, первое измерение. Второе измерение. Третье измерение. Четвертое измерение. Пятое измерение. Вечность, бесконечность. И какое-то время я помолчу, а вы просто наблюдаете еще в большей степени, как свет Творца, перламутровые жемчужные, энергии Творца еще большим потоком, еще большей силой наполняет ваше пространство, ваше тело, пространство вашей комнаты, вашего дома, жилья, бизнеса, офиса, пространства ваших коллег, знакомых, поставщиков, покупателей, клиентов, родных, близких и всех тех людей, кто нуждается прямо сейчас в безусловной любви. Творец, покажи мне, и наблюдаем этот мощный процесс. Про себя можно говорить: да, 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 благодарю, 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 я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя снова и снова. Вы говорите самой жизни и Богу в себе, Творцу всего сущего, и наблюдаем за процессом, наполняемся безусловной любовью. Очень хорошо. А сейчас давайте мы выразим безграничную благодарность и признательность за любовь Творца, за поток, за возможности, которые раскрываются перед каждым из нас в это время. Безмерная благодарность и признательность каждому из вас. И сейчас мы заземляемся в центре Земли, сознанием опускаемся в самое-самое сердце Земли и выражаем свою безмерную благодарность и признательность Гае, самое сердце планеты Земля. Почувствуйте единство и связь с Землей прямо сейчас. Безмерную благодарность и признательность. Любовь и единство. В центре Земли мы закручиваем энергию кундалини Земли по часовой стрелке в огромный шар, огромную сферу. И поднимаем этот шар, сферу, к поверхности Земли через стопы ног, через все тело. И из глубины души, из сердечного центра мы направляем безграничную благодарность и признательность, свою любовь, самое сердце Бога Творца, вертикально вверх, еще, и получаем ответную любовь Творца в самое сердце свое, в тело. Полная многомерная интеграция всего того, что произошло с каждым из нас и со всем пространством. И открываем глазки. Делаем отсоединение. На этом мы завершили сегодняшнюю практику. Всем замечательного дня, состояния спокойствия, умиротворения, счастья и радости. Я желаю вам счастья, я желаю вам процветания, желаю много озарений, открытий. Живите сердцем, почувствуйте любовь к самой жизни. И с вами была Татьяна Бодинтон, и до скорых встреч!